На коне в Челнах прошли соревнования по скачкам на Кубок мэра. Традиционной точкой сбора стал ипподром. Конные состязания включают 4 этапа и продлятся до конца лета. На первом из них проверить свою ловкость, выносливость и скорость смогли более 30 участников. Съемочная группа программы «Челны-24» побывала на скачках и пообщалась с участниками. Первыми на старт вышли наездники на ослах. Им предстояло преодолеть дистанцию всего в 500 метров. Но подчинить упрямых животных оказалось под силу не всем участникам. Большинство из них не смогли усидеть на седлах. Наездникам пришлось бежать впереди, таща за собой капризных ослов. Я не успела сесть на него. Ну, я на него села плохо и из-за этого упала вниз. Потом пришлось его догонять и бежать до финиша. Затем последовали заезды более грациозных и послушных животных. Кони соревновались в 5 заездах. Участники – воспитанники конно-спортивной школы «Тулпар». На дистанции 1200 метров победу одержала Карина Оксанова вместе с 2-летним «Shadow Beast». Для коня эти скачки были дебютными. Тренировалась эта лошадь я 7 месяцев. То есть с самой заездки я начала ее тренировать. И вот показали первые результаты. На дистанции 1600 метров отличилась 11-летняя Азалия Ахметнурова и ее лошадь Флешка. Это первое крупное соревнование наездницы. По словам девочки, она сильно переживала. Я очень рада. Просто я очень испугалась, если вот она стартанет, я ее после финиша не смогу остановить. Помимо скачек на поле проходили соревнования по конкуру. Очки здесь начислялись не только за скорость, но и взятие барьера, частоту выполнения упражнений. Разминка надлежащая, было где как, препятствий хорошее, людей достаточно и на разминочном поле, и на боевом. Еще большего количества участников ждут на Сабантуй. По словам организаторов, первый этап соревнований на Кубок мэра – это генеральная репетиция перед праздником плуга, который традиционно является одной из главных составляющих Сабантуя. В прошлом году у нас было более 70, в этом году планируем еще больше. То, что приедут и другие районы, из других республик тоже планируется участие команд лошадей. Сабантуй состоится уже в эту субботу, 23 июня. Побороться за звание самого быстрого челнинцам предстоит не только друг с другом, но и с участниками из других районов республики и соседних регионов. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.